Работа выборчих комиссий на выборах депутата у Палаты представников Национального сходу Республики Беларусь 6-го скликания будет максимально открытой и прозрыстой. Про это старшиня Центра выборкама Лидия Ярмошина заявила сегодня у Гомеле. Подчас семинара в учебу членов округовых выборкамов региона, который проходил у областным выконавчим комитете, Лидия Ярмошина становча оценила работу по створению округовых и областной выборчей комиссии у Гомельской области. И она означала, что Гомельщина традиционно уходит у лик лидеров по якости организации выборов. Так само старшиня Центра выборкама нагадала, что важная задача зараз – сформировать участковые выборчие комиссии. В отповедности с законодавством яны повинны быть утворены не позднее за 27 липня. Максимально комиссия может включать 19 членов, минимально 5. Лидия Ярмошина так само нагадала про обяцанне, даденные международным наглядальным структурам по открытости будущих выборов, и огучила несколько новых нормов по их проведению. Мы создали в наших рекомендациях некие положения, которые отсутствуют в законе. Например, открытость процесса подсчета голосов. Это возможность присутствия наблюдателей не только во время проведения голосования и на заседаниях комиссий, но и, например, во время такой процедуры, которая всегда была такой, как бы корпоративной весьма, например, процедуре передачи протоколов от участковых комиссий окружным избирательным комиссиям.